Привет, с вами Кубик и... Влада с Мармеладом! Да, и, короче, сегодня я немножечко зарос. Мне бы пора уже немного подстричься. Согласен, иди скорее в барбершоп. Нет, сначала я пойду построю ловушки за 10 секунд, за минуту и за 5 минут, а потом, возможно, и скажу. Поэтому вы ставьте лайкосики на это видео и подписывайтесь на канал, а мы погнали строить. Итак, Владус, на счет 3 время пошло. Раз, два... Три, старт, сразу же начинаем, быстрее строить наши ловушки, офигительные, ой, я уже немного... Я выиграю, я должен... Не, я думаю, что ты нифига не выиграешь, потому что мой ловушник 100% не сможешь пройти, так. Да, все, серьезно, ты сделал, что ли, ты как так быстро Владус? Конечно. А я немного не успел, серьезно, что ли, а что я так долго строю ее, блин? Я сейчас думаю, видимо, слишком сложную ловушку. Я не знаю, у тебя там таймер, я просто таймер не запускаю, скорее всего. Да, ну я немного, короче, не успел, поэтому погнали смотреть, что там какой-то меня построил. Ну да, я случайно так сделал, вообще, честно говоря. Я думал, что я успею. Значит. Ну ладно, да, давай смотреть тогда мою ловушку. Все, я уже к тебе прилетел и что это такое? А, я дверь одну забыл поставить. Вот дурак. Ты глупый, что ли? Ты же уже делал для меня такие ловушки. Ты как забыл-то опять? Ёлки-палки, ну ладно, я просто стою. Я так получу. Вот я так и думал, что я просто подлечу и все. Ну ты, Владус, капец вообще. Ага, конечно, так ты думал, конечно. Так и думал, да. Ладно, твою ловушку. Погнали, вот ее ты 100% никогда не сможешь прийти. Только я там немного не успел, блин, заставить. Я там еще хотел одну идею сделать, но я не успел. Так получилось. Ну все, смотри, тогда, чувак, я ее изи вообще не попадусь в нее даже. Ну да, короче, смотри, тебе нужно пройти только по булыжнику, и ты должен дойти до автомата с Кока-Колой. Только аккуратно иди. Тут минное поле, а булыжник-то тоже заминировал. А можно я пойду здесь? Ах ты, смотри, подожди. А ты как узнал, что он заминирован? Ну я же понимаю все, понимаешь? Нифига такой просто... мощный, короче, ладно, просто погнали строить ловушку за одну минуту. Итак, Владус, ловушка за минуту, погнали сразу же ее строить. Давай. Так, сейчас я сделаю вообще такое офигительное, что ли? Ну да, а что ждать-то? Жесть, но я тоже тогда успею. Эй, дерево, ты что, дерево-то не растется? С какого фига, Владус? Так, подожди, это какой-то косяк. Я не знаю, мне сейчас фейл какой-то произошел, я нифига сейчас просто не понял. Так, тогда давай, я Кубик, что, не успеваешь, да, не успеваешь? Да, у меня тут косяк вообще какой-то произошел, который я нифига не понял, что за... А я все успеваю, у меня все будет нормально. Вот и бешено, Владус, капец. Так, погоди, блин. Вот, все, наконец-то выросло. Офигеть, я уже думал, что я нифига не успею сделать. Мне так, правда, короче, тут доделать надо дофига, точнее, заделать, а то у меня тут что-то слишком. Ты что, там опять зафейлился, что ли, Владус? Нет. В смысле, или да, все-таки? Я никогда не фейлюсь, чувак, о чем ты? Ну, как бы я-то, честно говоря, такого бы не говорил. Мне кажется, что иногда все-таки фейлюсь. Ну, не говори, как бы, ты лучше молчи, да, просто. Ты офигел, что ли, вообще, Владус? Короче, ладно. Владус, осталось 15 секунд, ты успел? Чего? 15 секунд, и что осталось сделать? Да. Ну, я должен, по крайней мере. Я тоже должен успеть. Надеюсь. Владус, я, походу, чуть не успел. Ну, совсем на пару секундочек. Ну, проиграл. Да это просто из-за того, что у меня дерево вначале не ставилось. Я сам не понял, почему. Конечно, это все за дерево. Конечно, за дерево, да, это же очевидно. Все, Владус, короче, я ловушку построил, погнали смотреть, что такое для меня приготовил. Давай, давай, давай смотреть. Прилетай, офигеешь вообще просто, жесть. А, стоп, а где ловушка? Я что ее... Ты забыл ловушку сделать, да? Ну что, Владус, я уже подбегаю, где да твоя... Да я ее как же сет, ловушка? Эй, чё? Ты офигел, что ли, Владус? А ты чё думал? Какого фига я провалился в самый низ? Ты что такое здесь наделал, блин? Это порталы. Давай, Владус, беги скорее сюда смотреть мою офигительную постройку. Это что, все? Да, короче, смотри, вот тебе дерево, ты должен взять и срубить эту самую березку, которую я для тебя построил. Спасибо, что дал мне дерево алмазное. В смысле, какое еще алмазное дерево? Ты что такое? Давай, 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 давай. Руби дерево и все. Давай. Погоди. А что такое? А ты что, ты не все срубил? Эй! Ты с какого фига, Владус? Я не понял сейчас. Все, срубил? Ты должен был сюда провалиться! С какого фига ты остался жив? Ты чё, Владус, ты как так я проскочил? Ты же вроде как эти блоки встал. Я перепрыгнул, нифига себе. Вот ты какой хитрый, ты даже не попался в мою ловушку, ладно? Всё, Кубик, пойдем делать следующую. Тогда я тебя затроллю в следующий раз. В общем, ребят, тут такое дело. Короче, у меня Майнкрафт крашнулся, и запись не сохранилась, поэтому вот. Наши постройки уже готовы. И я сразу же погнал смотреть, что такое там для меня Владус построил. Блин, так вообще обидно получилось. Давай быстрее, Кубик, я тебе уже создался, просто уже... Ну ладно, ты пока что спи, а я пока что пройду твои испытания, которые ты там для меня построил, потому что, ё-моё, как обычно, эй! Ты офигел, что ли, это что такое еще было? Это была твоя ловушка, да? Ну ладно, погнали смотреть мою ловушку. А нет, это не моя ловушка была, ты шо, а, была это, моя это ловушка. Просто так здесь стояла, да? Ну я тебя понял, а короче, нет, ладно. Это просто фейк, понимаешь, так, фейк ловушка. И что такое, смотри, здесь есть опять выбор дверей, ты офигел? Да, тебе нужно выбрать самую правильную дверь, блин, чтобы как выбежать. Обычно, давай, думай, я выберу вот эту нубскую дверь, вот эту вот. Нет, и... нет, 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 ну ладно, давай. Эй! Ой!
Ты офигел, что ли, Владус? Блин, ну ты хитрый какой. Ну ладно, значит, это неправильно. Блин, что такое? Слушай, а вот знаешь, когда запись не записывалась, я говорил, что он попадется во все ловушки. Давай. Да? Ну ты что, говорил, ну нифига, я не попадусь по-любому ни в одну большую ловушку, так? Эй, ой. Два из двух. Я вообще на такого немного не рассчитывал, ты офигел? Давай, нет, я не офигел. Ну, смотри, третьей ловушки не будет. Знаешь, как делаю? Смотри, короче, Владус. Я на рычаг нажимать не буду, я просто открою дверь. Ой, чувак, ну молодец, это для тебя подарок. Я не хотел делать ловушку, в общем, в конце. Это реально подарок, чисто от души, от сердца. Ну я тебя понял. Подожди, а зачем мне вот ломать эти алмазики, если они взрывные? Они взрывные, вот, я тебе сломаю один, можешь сломать Серьезно? Второй. Так, конечно. Че это за фигня тогда, в чем здесь подвох? В этом ты подвох купил. Ты офигел, что ли, Владос? А че ты думал, ты думал, на кого ты нарвался нафиг? Ты, получается, вообще хитрый X100, что ли? Нифига ты какой бешеный. Ну ладно, вы пока что оцениваете ловушку Владуса, а мы погнали смотреть мою ловушенцию. Владус, беги скорее сюда. Ты что там делаешь? Ты офигел, что ли? Погнали быстрее смотреть мою тюрьму, которую я для тебя приготовил. Смотри, короче. Отстань от меня со своей тюрьмой нафиг. Да смысле отстань, ты что ты стал так сразу же? Короче, смотри, Владус. Здесь ты житель, ты должен жителя спасти, ты дурачок, что ли? А, жителя спасти? Да, ты должен спасти жителя, погнали. Сейчас приду, я просто, все тогда хорошо, Купик, сейчас приду. Ты что такое задумал? Я тебя вообще нифига не понимаю, Владус, блин, уйди нафиг отсюда со своими этими штуками. Ё-моё, что произошло? Ну-ка, быстро нафиг убирай свой телепортатор, дай пушку, и все, короче, смотри. Эй, это что такое? Ты будешь говорить, запущу воздух. Не, лучше не надо, давай тебя лучше. А мне пофиг, я же в геймоде, вот ты лошара. Ну, короче, смотри, давай, мы уже немного с тобой ушли от темы. Давай, быстро заходи и спасай Нубасика, вот этого жителя. Нубасика, ну все, аккуратно. Тут забор электрический вообще. Да, к нему, значит, подходить нельзя. Аккуратно, это все дело так заходится. Тут где-то ловушка. Да нет, здесь нигде ловушек, просто спасай его и все. Уверен? Да, я тебе честно говорю, что если когда-нибудь здесь вообще попал. Он сейчас сдох! Нет жителей, нет проблем. Заходи тогда, погнали просто на выход. Я не знаю, что с ним такое произошло. Взял его, убил. Да пипец, как ты это не рассчитал? Ну пошли на выход. Ну все, погнали теперь на выход. Блин, я даже не знаю, что теперь делать. Ах ты! Бабах! Ну все. Ты проиграл. Да? Это все? Короче, ну как все? Не-не-не, Владус, это не все, потому что зрители должны оценить наши ловушечки прямо в комментариях и поставить обязательно лайкосик на это видео. А с вами был Кубик Нубик и Владус. Эй, отпусти меня, пока тебе кранты!